У нас уже на днях полнолуние, и данный ритуал это до полнолуния. Очищаемся до полнолуния от легкой порчи, от болезни, от безденежья, от зависти, именно зависти той, которая вам испортила вашу жизнь. От тех врагов, которые пытаются вам навредить так или иначе, магическим путем, либо просто по жизни, либо просто какие-то конкуренты, которые строят вам козни. Одновременно, если у вас портится личная жизнь, либо испортилась личная жизнь, либо нет у вас вашей личной жизни, то данный ритуал, во-первых, убирает проблемы в личной жизни, одновременно чистит личную жизнь, если там были трудности, а если вы вообще полностью одинокий человек, то привлекает в вашу жизнь того человека, с кем вы можете связать свою судьбу. Но именно личная жизнь, это здесь идет более как бы побочный эффект. В основном ритуал нацелен на очищение перед полнолунием, чтобы свято место пусто не было, и вы очистились, и на это пустое место пришло благополучие, удача, успех, любовь, счастье и полное душевное спокойствие. В год можно делать до 5 раз, не более того, с моими другими ритуалами полностью сочетается. Кто пропустит, допустим, сегодняшний день, можно завтра, можно послезавтра. Но в день полнолуния делать запрещается. Когда говорю имя, называете ваше имя, данное от рождения, либо имя того человека, кому вы хотите помочь, потому что данный ритуал можно делать и другим людям. Если будете делать другим людям, то должно пройти хотя бы минут 15-20, откроете заново видео и будете называть имя того человека. Напоминаю, работаем чисто на моей энергии, поэтому лайк и подписка на канал – это минимальная ваша благодарность силам за ритуал. Либо же ссылочка на донат, она находится в первом прикрепленном комментарии под этим видео и в описании к этому видео. Начинаем. Имя. 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 Имя.
имя. Имя. Имя. Имя. Имя. У нас заключительный этап. Имя. Имя. Аминь. Скажите аминь. Аминь. Скажите аминь. Аминь. Скажите аминь. Скажите аминь. Ну все, друзья, если будете делать еще кому-то, пускай пройдет 15-20 минут, откройте заново видео и называйте имя того человека, кому вы хотите помочь. Кто пропустит сегодня, может завтра, кто и пропустит завтра, может послезавтра, но ни в коем случае не в день самого полнолуния. Напоминаю, работали чисто на моей энергии, лайк и подписка на канал, это минимальная благодарность силам за ритуал, либо ссылочка на донат, ту же самую благодарность, она в первом прикрепленном комментарии под этим видео. Всех вам благ, удачи, успехов и всего самого наилучшего желаю.